Поддерживаем Назарова. Стоп. Это нулевая оценка толчки. 100 килограмм на штангу. Готовится Тамилий Вячеслав. Вес установлен. Тамина Вячеслав, Люберцы. Первый подход.
без защиты. И заказывает. Ассистент 107 на штангу. Готовится Беленина Александр Коломна. Вес 107 килограммов. Беленюк Александр поддерживает спортсмена, поддерживает.
И второй раз, как мне получил в этом толчке. Кто лезет на штангу? За то есть Щербакова и я, Дарья Купавна. Готовится Евдоким Андрей. На самом деле 110 килограммов. Евдоким Андрей, головно. Первый подход. Без защиты. Там есть 112 килограммов. Стенки попадают в вес. Данил Вячеслав, город Люберцы. Третий заключительный подход. Встаем всем за голову. Молодец, держать.
защиту. Евдоким Андрей. Алло, готовится к этому весу. Вес установлен. Евдоким Андрей, колонна. Второй подход. На штангу 118 килограммов. Упакованный отменируется под руководством Владимир Пантелеича Сущика, президента Федерации тяжелой атлетики России среди ветеранов. И самого чемпиона мира по тяжелой атлетике среди ветеранов. Прекрасный спортсмен. Чебаковый я. Валья. Что
неудачный. Ассистенты 120 на штангу. Вес установлен. Андрюшов Юрий любит все. Тебе подход.
Вес установлен 125 килограммов. Кондрашов Юрий, любите. Вес установлен, но Рустам имеет 2 минуты для подготовки к этому месту. Вы что молчите? Что-нибудь расскажите. На штанге 137 килограммов. Через это место на второй подход приглашается Лебедев Рустам. Позвольте. Я прочитал там чуть-чуть. 2 минуты для подготовки. Чисто для подготовки.
Время пошло. Ну, как бы в следующий раз я даже запас был в сумму. Еще раз. Капитализм развивается. Нет, они 700 рублей на наши. 700 рублей еще не выделил. Один голову привез, еще мало привез. Ну и себе просто. Артемий еще 4, 800. Ну, видите, мы не бизнесмен. Я о другом думаю, о другом. Я решил просто за первый месяц сделать подарок. Ну, что-то какой-то приз. Ну, все правильно. Так что я вот так вот. Я что-то про коммерцию не вспоминаю. Нет. Наш конкурент 142 килограмма. Третьему заключительному подходу приглашается Лебедев Рустам. Он уже стал чемпионом, и в ранге чемпионов делает заключительный подход. Объявляем результаты чемпионата Московской области по тяжелой атлетике среди мужчин 2015 года в весовой категории 69 килограмм. Третье место суммы двоеборья 213 килограмм занимает представитель города Старая Кубана Илья Щербаков. Награждается грамотой и медалью Министерства спорта Московской области и памятным призом турнира. Награждение производит заслуженный ветеран России, двукратный чемпион мира среди ветеранов Владимир Чуев. Подожди. Он же представительство ведущий секретарь наших соревнований сегодняшних. Второе место. Сумма двоеборья 230. У Кондрашова Юрия Люберцы. И победителем чемпионата Московской области 2015 года становится Арустам Лебедев. Подарок. Награждается подарком от Федерации, памятным призом, грамотой и медалью. Также награждаем его тренера за подготовку чемпиона. Мартынова Михаила Юрьевича просим получить памятную грамоту. Владимирович, учитель Михаил Юрьевич, заслуженную грамоту. За труд. Спасибо большое за такой компанию.